Всем привет! У нас сегодня 1 декабря. На улице хорошо, только холодно. Сейчас где-то около часу дня. И у нас 9 градусов тепла всего. На улице очень мало людей гуляет. В кафешках, на террасах тоже очень мало людей. Почти пустые все внутри. Ну, испанцам очень холодно. Кстати, мне тоже. Я как-то за 16 лет привыкла к теплу испанскому. И с этой температурой как-то холодноватенько. Руки отмораживаются, нос тоже. Ну ничего, для прогулок хорошо. Все, я уже пришла домой, на улице очень холодно, у меня по телефону было 9 градусов, и я видела на некоторых градусниках тоже 8-9 градусов, и на некоторых градусниках в центре видела 7 градусов, так что очень холодно для нас здесь. Плюс еще тут влажность достаточно высокая, и оно кажется совсем холодно. Хорошо, хотя бы сегодня нету ветра. Я взяла 2 упаковки молока. Масло оливковое, хлеб с куркумой и 4 упаковки капсул для кофемашины. Здесь 40 штук. Вот такие с шоколадом 2, потом Бьянко Форте 1 и карамель куки 1. Так, иду я к Мике. За молоко, оливковое масло и хлеб я отдала 11,91. 2 упаковки молока 3,70, масло оливковое 6,39 и хлеб 1,82. Евро 82. Иду, Микасика, иду. Кто тут мяукает? А, барышня? Что случилось? Ты соскучилась? Да? Идешь спать?
И что ты хочешь? Я же тебе вкусняшки уже дала, да? Вредница. У нас сегодня будет поздний обед. На обед у нас будет лосось, лимон, спаржа. И так же у меня. Я в последнее время беру вот такую вот спаржу замороженную. И она очень вкусная, потому что обычно мы брали всегда свежую спаржу. И она продавалась в большинстве случаев полуиспорченная, и потом очень много нужно было выкидывать. А вот это вот просто используется все, она уже приготовленная, вся зелененькая и ничем не отличается от свежей. Очень вкусная. Кто любит спаржу и живет в Испании, прямо рекомендую попробовать. И можно купить несколько пачек, закинуть в морозилку и всегда, когда нужно, использовать. Еще у нас появился вот такой вот агрегат. Это Адриан купил на Черную пятницу. Еще купил весы и еще какую-то штуку, с которой разговаривает больше, чем со мной. И здесь я сегодня делала спаржу. Это уже второй раз делаем здесь, и очень вкусная. Первый раз я не знала, был как бы эксперимент. Я поставила одну пачку вниз и одну пачку на решетку. И та часть, которая была внизу, получилась очень вкусной, а которая была на этой решетке, получилась суховатая. Так что сегодня я уже делала всю внизу. И получилось очень вкусно. Чуть-чуть чесночка, чуть-чуть оливкового масла и чуть-чуть соевого соуса. И было вкусно. Также я здесь уже жарила рыбу, треску. И потом мы жарили курицу. Курица получается такая красненькая, румяная. Тоже очень вкусная. Также овощи я здесь тушила. За короткий промежуток времени эту штуку уже использовала очень много раз. Я ее давно хотела, но Адриан говорил, зачем она тебе, что ты будешь там готовить. Будет просто сидеть. Но в конечном итоге используется она очень часто. Так что я очень довольна этим гаджетом. Только у нас нету места, чтобы поставить в какую-то тумбочку, так что постоянно приходится держать на столешке. Но ничего, так как я использую почти каждый день, то это не напрягает. Все, Адриан уже ушел на работу, Мика спит в зале, и я осталась в полном одиночестве. Сейчас буду себе искать какое-нибудь интересное занятие. Но, наверное, сперва пойду в зал. И, возможно, Мика проснется, я с ней чуть-чуть поиграюсь, потому что она целый день спит, и потом ночью нам устроит такой же, как и прошлой ночью. Ходила по нам целую ночь, мне нос лизала, лапкой била так легонечко, нежненько, чтобы я проснулась, чтобы место ей уступило. И так несколько раз за ночь. Адриан говорил, что она по нему тоже ходила, потом мяукала, и я в конце концов опять чем-то поднялась, чтобы Адриан мог чуть-чуть поспать, потому что ему на работу, а у меня есть время доспать и потом. Так что нужно ее чуть-чуть помучить, чтобы она хотя бы чуть-чуть устала, и этой ночью уже дала нам поспать нормально. Завтра у нас в городе включают рождественские огни, возможно, я пойду. Чуть-чуть посмотрю, что-нибудь поснимаю, чтобы вы увидели, как это происходит в Сан-Себастьяне. Дождь на завтра не передают, передают все так же низкие температуры, но хорошо одеться, не так уж и страшно, не так уж и холодно. В прошлом году было очень красиво, но я, к сожалению, не ходила. В этом году тоже говорят, что будет что-то интересное, так что пойду посмотрю, что там будет. Мы в этом году, я не знаю, будем ли ставить елку или не будем ставить. Настроения нету, желания нету. Дома война, люди сидят без света, без отопления, без еды. Каждый день есть погибшие. Люди, которые имеют детей, ради вот детей, я думаю, что обязательно поставят какую-нибудь елочку, чтобы дети чувствовали хотя бы какой-нибудь праздник. А мы, взрослые, как-то нету желания. Хочется, чтобы быстрее уже наступил Новый год, чтобы наступил следующий год,
и, возможно, и закончится эта война. Потихонечку вернется жизнь, вернется какая-то радость к людям, и тогда будем праздновать. Тем более Адриан в этом году будет работать. 24-го он будет дома, 25-го на Рождество уйдет на работу, и потом 31-го и 1-го, мне кажется, он работает. Если ничего не изменится, то да. Так что в любом случае будет не до праздника и не до украшений в дома. Так что в этом году уже как-то так, побыстрее бы он ушел, побыстрее бы он закончился. И, возможно, и следующий год будет намного лучше, чем этот. Хорошо, не буду никого грузить своим мрачным настроением. Буду заканчивать этот блог. Надеюсь, следующий выйдет быстро. Всем хорошего настроения, берегите себя и всем пока.